Давай, на лицо, на лицо, на лицо. На тебе по голове настучал. Да на лицо мне давай, на лицо, на лицо, на лицо, на лицо мне дай, на лицо. Давай, давай, давай. На тебе по голове просто. Да не бей ты меня по голове. Ола, амигасы, Квантум с вами. Сегодня 11-й день выживания на ферме в деревне. Начинаем серию и напомню, чем больше лайков вы ставите, тем скорее выходит новая часть. Приятного просмотра, про подписки не забывайте. Начинаем. Ходят легенды, что тот прицеп до сих пор стоит там. Попал. Разогнался. Давай, 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 родное. Греби, греби, колёс. Да блин, он опять сел. Толкай, 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 толкай. Толкай, 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 толкай. Пошел. Давай, давай, давай. Опять сели. Да блять, да на что? Ты посмотри, левая часть рамы. О, стой, Акера, не разгоняйся, есть идея. Спереди у меня фаркоп получается выше. Сейчас я за передний фаркоп ее зацеплю, она получается, по идее, будет выше. И вытащу ее назад. Да, цепляет, прикинь. А, забей. У меня задние колеса в воздух поднимаются. Вот одна ямка была, он же не провалился. Что, опять? Да ну нафиг. Ну, блядь, даем поток. А ну, Миш, зацепи ее и гони вперед. Еб. Миша, короче, фигня, оцепляю, едь в магазин, Миша. Я пердоли этот кузов с типа объемом навоза. Курва кузов, я пердоли. Да, и тут у Мака 1400-500 лошадей. Ты цифру вспоминал, вообще было, Акера? 1400-500. Погоди, что за звуки? Я тоже слышу это. Это что? Портал. Где это мы? Не понимаю. Вроде как Lost Ark, только не такой, как раньше. Похоже, сюда добавили что-то новое. Давай расскажу. Lost Ark радует своих игроков обновлениями каждый месяц. Совсем недавно запустился новый сервер быстрого старта — Процей. Лучший выбор, если вы готовы начать все с чистого листа и снова пройти путь Искателя, или только приступаете к освоению мира. На новый сервер подвезли уникальные события для быстрого старта, бесплатный билет для ускоренной прокачки и крутые подарки, которые гарантируют стремительное развитие персонажа. Станьте частью этого эпохального мира, где вас ждут не только битвы, но и мирные активности, такие как рыбалка, охота и археология. А еще вы сможете исследовать морские просторы на своем личном судне. Помимо нового сервера и подарков, в игре появился новый класс — Стальной Кулак. Это опытный воин, мастерски владеет приемами боевых искусств. Его отличает агрессивный стиль игры и активное использование лобовых атак. Любителям боевых стычек придется по вкусу. Присоединяйтесь к тысячам игроков Lost Ark в мире опасных приключений и захватывающих сражений. Станьте настоящими героями, о которых будут слагать легенды. Забирайте подарки в честь открытия нового сервера и врывайтесь в игру на новом классе. Миш, поднеси ее к переду моему. А, так это этот же, как его, блять? Угу, жесткая сцепка. Все, давай, козу, Миша. О! Пошло, тянем, потянем, нафиг. Наконец-то, бля, это пиздец. Все, давай аккуратно по наименьшему углу, там прямо выезжаем. Жесткая сцепка, я не могу повернуть нормально. Да, конечно, ты дорогу выбрал идеальную, чтобы я выехал прямо здесь. Выворачиваем, Миша, выворачиваем. Но налево же нужно, налево же нам нужно, Лебедчука и Рак. Да назад проедь, разрушился бог. Чисто двойная тяга. Время уже, блядь. Время, ночь, мы только выехали. Автопоезд. Но мы справились. Блядь! Куда ты заехал? Поехали. Куда жесткая сцепка, ты меня толкаешь. Нет, тут не выйду, я тут сяду 100%. Там столб! Какой столб? Это береза. Все, я застрял. Еман. Блядь, ну все, мы встряли. Вот так вот. Давай, да, толкаем, толкаем. И давай за мной езжай. Там будет береза, аккуратно не въедь в нее. Все, тормоза делаем. Полный газ. Все, потянули. Бляха. Что там цепляет? А сейчас ничего не цепляет. Мы просто в горку выходим. Серьезно? Да. Батория, блядь, это пиздец. Акера, жигу тащи сюда. Жигу еще сюда тащить. Сейчас горку преодолеем, там хорошо и легко пойдет. Я передачу переключил повеселей, как будто бы пошло. 2 километра. О, 3 километра, разгоняемся. Там сейчас еще выше перепад высоты будет. Я офигею. О, Акер, ты толкай.
Да. Мы разгоняемся, Миха. Чисто акера не хватало, вот его 20 лошадиных сил. Вот и все, блядь. Спасибо, акера. Меня-то не хватало. Попея с погрузкой жидкого навоза. Весь день потратили. Мы, наверное, так же возили бы этой маленькой столько же было. Все, давай, Миха, едь за твердыми какишами, я повез это домой. Сейчас будет горка, неудачная горка. 32, скорость падает, трындец, тает на глазах. Заберемся, нет? Мы сейчас горку не заедем. А, мы не заехали. Не-не, едем. Мы вроде апогей прошли. Едем. Во-во-во-во. Я думаю, вот если бы она продолжилась, бы горка по таким углом продолжилась. Да. Мы приехали, трындец, целый день. Просто к маленькому тракторенку такую дуру прицепили. Ну все, ребята, открывайте роток. Привезли вам уголек. Миша с палкой. Миха с палкой приехал. Миша постырится ко мне с жопой. Проедь вперед. Че ты вот так вот будешь сливать и переливать? А как что делать? Сложно, сложно зарабатывать деньги в этой игре. Какого времени потратили на эту херню? Да вообще жесть. Чтобы завести ее просто. Офигеть, мне контент туда-сюда езжу, заливаю, сливаю, заливаю, сливаю. О, 18 тысяч литров навоза. Вот залил. Вообще контент льется по трубам. Хорошо, что я не купил прицеп, который на 65 тысяч литров. Это был бы трындец, если бы взял на 65 тысяч литров. А что не купил? Не, мы бы не довезли его, во-первых, даже с учетом нашей связки классной. В-третьих, это, ну, он не разгружает сам. Опять певец. Ферма провоцирует его на песни. Его противопоказано ему на ферму ходить. Иначе начинается. Трындец, можно было просто кинуть какой-нибудь, я не знаю, шланг, что-нибудь на хранях, не знаю, перелить в резервуар. Ну почему так сложно с бочки переливать-то? С резервуара в бочку, с бочки в хранилище, капец. Там урон 1% написано, пока мы, видимо, на пузо его сажали, оно поломалось. Там газ в него сколько раз въезжал. Ну да, даже это. О, я забыл про это даже. Че, все закончилось? Да. Даже капельки нет? Даже, ну хочешь, языком можешь пройти и проверить. Ну это вот мой вот удел максимальный, поэтому... 46500. Еды мы понавозили, конечно. Всю эту долбанную штуку мы продаем. Нафиг она нужна такая злая, нехорошая? А мы же 50 тысяч покупали, а куда делать? Так она, видимо, походу потратила. Все, сейчас пойдем ляжем спать и просто проснемся миллионерами. Миха, давай газон. 95 тысяч литров удобрений мы сделали. Офигеть. Все, да, догрузил. Поехали. Продавать. Зачем ты опять круги делаешь, блядь? Что-то круг почета. Километраж набивает, блядь. Километраж, хронометраж. Ну, у нас зато есть свои удобрения, нам теперь покупать не нужно. Так, разгружаем. Собирай. Воу! Данил. Хорошо. О, ты дурак, ты нас запихиваешь. Как так, да? Как так? Боже мой, Даня, как так? Еще раз врежешься? Как так? Бля, в болото провалился, пиздец. Ах, сука. Ах, сука. Акера, как так? Акера, как так тебя выкинул, Акера? Да, я Данил кикинул. Как так, Акера? Не знаю. Я даже не могу сбросить грузовик, потому что у него в кузове 11 тысяч литров. Я тебя найти не могу. Удобрений. О-хо-хо-хо-хо-хо. Толкай, Миша, назад. Давай, давай еще. Блять. Трынди. О, хорошо, Миха, о, красавчик. Все, а мы лутаем пока в кэш. Мы лутаем мани. Мы лутаем бабки. Бабки так не любят нас. Благо тут возить недалеко. Сколько? 10 лямов будет, 10 лямов, 10 лямов, 10 лямов, 10 лямов. Почти. Сука! Короче, у нас бабла, пацаны, сейчас будет дофига. Мы сможем купить себе поле. Что, мы будем поле покупать? Ах ты, ушлепок Акера, меня чуть не выкинула в яму. Уклонатор Акера. Чисто комнатный разбойник. Мы реально такими темпами можем заработать на трактор себе. Да, давай, вот, уже 14, смотри, сейчас 15 будет. Мы можем купить огромную цистерну нормальную, которая будет сама сливать. Давай пойдем, короче, вот по потребностям. Что, нужен трактор для тебя? Да, нужен. Есть, короче, предложение. Ты берешь мой желтенький трактор, а я возьму себе другой трактор. Нет, нечестно так. Почему что это нечестно? Я буду вторичку брать, я хочу себе а новый. А мы починим его. Нет, я хочу себе новый. Нормально. Смотри, Акера. Да, блядь, я хотел себе такой, сука. Садись, желтый трактор. Я хотел себе такой, блядь.
Теперь желтый трактор твой. Нет, синий трактор твой, а Мишин желтый. Потом вскоре ты получишь такой. А он что, сильно больше желтого нашего? Давай сравним. Да, он больше его. И он и мощнее его. Эти трактора наши офигенные, что места много. Фига тут салон, конечно, такой небогатый. Тогда покраси мне этот трактор. Можно двигатель тебе поставить на этот трактор? Будем ставить новый двигатель? Да. Двигатель. Хочу мощный, самый мощный двигатель. Самый мощный, чтобы я был. Ой, он теперь будет быстрее ехать у тебя, ты в курсе? Чтобы я был самый блатной на районе, да. Посмотри на капот сейчас. Не поменялось. Ты гонишь, у него капот скошенный стал. В обратную сторону, он переедет 40 километров или 34. Я хочу себе колеса теперь. Какие колеса тебе не... Ты себе купил Приора. Трактор. Это наш трактор хозяйства. Какие тебе колеса, Акера? С широкими шинами, которые. Фига он какой-то модный стал, смотри. Да, вот, значит, такое хочу. Фига он, скажи, заниженный какой-то. Вот. Ну он все. Не, блядь, он не 40, ты на... Он 28 едет, блядь. В смысле? Выйди. 28 он едет. Ага, 34 едет, ну да? Да, ну 34 едет, да. Фига он прикольный стал. 40 едет. Да это же для общих дел. А такой пойдет трактор, смотри. Как будто его обосрали, блядь. И тем более ты ему двигатель старый поставил. Ебать, нет, там новый двигатель, там 34 километра. Ты меня хочешь на... Таня. Нет, конечно. Что, возьмем ее тогда? Фига она здоровая тоже. Теперь нам бабки нужно оставить конкретно под покупку комбайна. Ну, трактор новый есть, бочка есть. Вообще колеса огромные. Зато не застрянет больше. Миша, садись в газон, езжай за навозом. Долбанный ты тачка. ЗИЛ, которая. Пропусти меня, козлюк! Спасибо. Ты хотел меня подставить? Тесно лево Акера, красная бочка. Зачем красную это? А, ну, маленький. Зачем Акера трактора, я не понимаю. Он тут просто трюки на нем показывает. Так, заправляю какиш, офига недолго заправляюсь, конечно. Эу, тапок, ты у меня сосешь. Все, поехали. Что он у тебя там делает? Он у меня сосал. Он отсосал у меня вообще на... У шлепок! Он приехал, отсосал и уехал, Миха! Ты охренел, что ли? Главное, быстрее. Спасибо, хоть скажи! Это ты должен сказать спасибо, что это я, блядь? Извращенец! Я-то думаю, что мне с процентами, почему они перестали пополнять, что так долго все идет? У меня бочка выше, чем твой трактор. Поехали. Потом нужно всем трактора средние купить нормальные, чтобы можно было в поле окейно работать без проблем. Что? Жидкий навоз достигнет предельная вместимость? 2000 литров его здесь. А, это Акера подъехал своей бочкой подло и мешает мне. Я засовываю его маленькую крохотную бочульку, а он не вмещается. Говорит, не достигнет лимит. Надо разработать. Отъедь нафиг отсюда. Да погоди, сейчас мы разрешим вопрос. Сейчас, стой. Сейчас, мы смотри, быстро. Мы не разрешим, тут можно только в один ствол работать. Во! Да ты в меня заливаешь! Акер, отъедь, я разгружусь и уеду. Мне осталось уже немножко. Вот, смотри, видишь. Отъедь, Акер, отсюда, выедь, просто выедь, и все. Вот туда, иди. К лебедям, там, не знаю, ворон посчитай. Кстати, на навозе можно экономить в плане удобрений. Хотя мы производим удобрения, что нам экономить-то? Потому что удобрение стоит дофига дорого, а поле удобрять нужно, причем много. О, я еще знаю, где находится куча извести, вы тоже знаете. Потом будем брать ее оттуда. Трындец. Я хотел объехать. Я не объехал, ребят. Акера, сразу говорю, прошу прощения, Акера. Что я там взял? Сюрприз тебя ждет. Меня тут стол, блядь, сюрприз показывает. Блин, я хоть разгружусь нормально. Акера, сразу говорю, прошу прощения. За что? Ну, сейчас увидишь. А я заправлен уже, оказывается. Я про это и говорил, Акера. Ёбаный в рот, а я еду, блядь. Я залил полный бак, пока ты там стоял. Пока в кювете стоял, ему по-бырому налил и уехал. Я не заметил, блядь. Он приехал туда. Я ж поэтому говорю, тебя там будет сюрприз ждать. Говно какое-то, блядь. Ну да, оно и налито. Ага, подлить не хотел, сосон делай. Остановился он. Это что было бы в реальной жизни, если бы мы втроем устроились на ферму? Тупо я со шлангом за Акера бегаю по ферме. Он, нет, не надо. Только не в меня, не лей. Фига, у меня тут между колес вылазит штука огромная, конечно. Это член называется, да. О! Я могу балдой своей шевелить.
Да не в том плане. Блядь, мы, походу, тебя портим, да нет? Нет, тут я реально могу шевелить, прям, прикинь. Да, у меня тут шлагбаум вообще поднимается огромный. Больше 15. Ну не преувеличивай, да, не преувеличивай. Блин, идите нафиг, утапки. Давай, на лицо, на лицо, на лицо. На, тебе по голове настучал. Да на лицо мне давай, на лицо, на лицо, на лицо, на лицо мне дай, на лицо. Давай, давай, давай. На тебе по голове, сука, просто. Да не бей ты меня по голове, блядь. Реально у тебя такая штука раскладывается. Ага, я же говорил про нее. Едрить, мы почти заполнили весь склад. Все, погнали спать, пацаны. Миша, оставляй тачку здесь. Еман на 100 тысяч литров удобрений, пацаны. Ебать. Сколько денежек? В деньгах это очень много. Хуя, блядь. А это трындец. Нихуя, что продается по скидке? Что там? Опа. Но можно купить гусеничный трактор этот? У него 425 лошадиных сил, он тянет вообще, наверное, все. Миха, бери газон Акера, садись к Михе в газон и поехали в магазин. Нам нужно забрать кое-что, чтобы нам долго не перекидывать навоз, который мы сделали. А сейчас смотри, что мы берем. Мы берем вот это и берем вот это. Перецепляем вот это. А теперь на говнопереработку едь, на какашный бизнес. А ты зацепишь ее? Какую-то дичь мне втираешь. Ты втираешь какую-то дичь. Ну вот сейчас проверим, как это будет выглядеть. Потому что на газоне ездить по 100 рейсов туда-обратно, это шляпа полная. А пока он будет сыпать, мы поедем, привезем еще. Сейчас, походу, будет прикол, если нам еще нужно будет за этим конвейером ехать. Вот я офигею. Че, по итогу? Пытаемся решить проблем некоторые. Ну, сейчас решим, будет хорошо все. Подожди, что-то не так, должно работать. Но она как бы пытается сыпать, но при этом не сыпет. Хотели сломать систему, система, как всегда, сломала нас. Короче, мы хотели залайфхачить, как всегда, ничего не получилось, мы только просрали бабло. Во всем виноват агроном. Лажа, это идея, блин, с конвейерными лентами, экономией времени. По итогу, блин, времени в два раза больше потеряли. А если я сделаю так? И высыпать начнешь? А как сесть в нее? О! Нафиг эти ленты, Миша, сядь-ка ленту, вруби ее, чтобы она врублена была. Бля, Данилу настолько лень было ехать. Еще вперед, я Акера. Данилу 5 метров было лень проехать, он решил заняться какой-то х**ней. А ну, бабки дадут? Блядь, какая-то кучка поехала, бля. Вау. О, дали. Блядь, быстрее бы реально грузовик доехал бы. Все четко, видишь, поехало, работает. Да, только надо будет засыпать, потом опять в грузовик. Да. Ну, деньги летят, нормально. Все работает. Правда, не так, как я хотел. И она очищает не так, как должна была. А, нет, нормально. Что-то очищает очень долго. Ты есть вообще опасение, что она вообще, смотри, не справится. Включи просто эту херню, чтобы она тебе в грузовик просто сыпала и разгружает это здесь. Так не работает. Видишь, мы хотели автоматизировать, но что-то не пошло. Сейчас будет самое обидное, если она не сможет все это забрать и придется лопатами подсыпать ей. Мне кажется, так и будет. Это вообще будет жопа. Не, на газоне мы не ездим зад-вперед, топливо экономим, пацаны. Правда, предварительно мы потратили в районе 200 тысяч на все эти конвейеры. Если не 250. Да, может, мы пока подождем, пусть она сначала, блядь, засосет. Нет, мы должны отработать наш план, нашу идею на 100%. Ебал все сюда, блядь, Акера, вези лопаты. Да зачем лопаты? Мы же можем конвейером подцепить это все потом. Ну да. Сейчас я сыплю все, поехали на жиге к этому пятому полю, посмотрим, чем оно засеяно. У меня есть бизнес-идея. Какая, что ты хочешь? Мы посмотрим, чем засеяно поле. Мы... Да, засеяное поле, просто купим и все. Нет, все-таки нормально, что мы конвейеры купили. Мы прям здесь ссыпаем, и конвейеры все перетаскивают. В целом это даже неплохо получилось, мне нравится. А, тут даже сигнала нет, я понял, блядь. Так она же Тесла, ты че? А, блядь, у Тесла же нет сигналов. Да, блядь. 40 миллионов, пацаны, 40 мультов. Нормально, можем один большой трактор купить. И чисто смотреть на него. Ой, нихуя залез. Рындет, наша дура выше всех. Обычно так про меня говорят, но в этом случае ты. Он залез, а я за поле. Это шутка моего уровня, Миш, не опускайся так низко, садись. Так, поехали глянем, что там за поле, как оно выглядит и что нас ждет. Так, вот оно наше поле, чем оно засеяно здесь? Оно что, ничем не засеяно? Вы что, охренели? Да ну нафиг! Удобрено 0%. Ты что, Борис, охренел? Дани, мы это все будем пахать своими маленькими тракторами. Борис охренел. Третье поле, это не наше же? Пацаны, тем временем, пока мы смотрим на поле, деньги идут, обратите внимание. А что они офигели, они реально поля не засеяли? 12-е еще поле засеяно только и все.
И наше поле засеяно. А-а-а! Он, походу, засеет его культурами, которые по весне сеются. Что это такое? Что там по весне сеется? Огромная капец. Это либо он, может быть, овес посадит, кукурузу, может быть, посадит, подсолнухи может посадить, поэтому ждем, пацаны. Ага! А, не, хавает прикинь, нормально. Сейчас, прикинь, оно из недр начнет ебашить. Добывать удобрение. Прямо из силоса вот этого. Во, оно натурено, оно все дорожку. Да, дорожку снюхивает, смотри. Ага, что, все? Сейчас он напишет, сколько в сумме мы получили. Ча, надо ближе. Во, все схавало. Все схавало. 29 миллионов мы заработали, пацаны. У нас 50 миллионов на счету, ребят. Можно сказать, что мы прошли игру? Можно, но мы ее не прошли, потому что нас ждет огромное поле. Но оно не настолько огромное, как шестое поле. Наша цель — город купить. Город? Ты знаешь, сколько он стоит? Поселок. 730 миллионов. Ну ладно, попробуем тогда. Наша цель по прохождению этой карты — купить весь город. Это был 11-й день выживания на ферме в деревне. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забудь про подписки на канал. Квантум был с вами. До скорых встреч.